подели. Дели, дели. С «Подели» от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Привет, друзья! С вами ваш любимый киноканал Тип Топ. Сегодня у нас взрывной топ-10 фильмов 2023 года в отличном качестве. Хотите получить 5000 рублей? Просто подпишитесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, поделитесь видео и оставьте ваш фильм в комментариях. Вот наш предыдущий победитель. Следующий, возможно, вы. Ждем ваших комментариев. Участвуйте и выигрывайте. Приятного просмотра! 10 место. Телохранитель на фрилансе. Бывший оперативник спецназа променял полную экшена жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку – сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена. Все еще рада своей сенсации? Если честно, уже не очень. Где Венегас? Здесь, Венегас! Берем за Пальдорию! Эй, речи потом толкать будешь! Нашел время! 9 место. Очень плохая девчонка. Когда-то Рен и ее подруги были настоящим ураганом на любой тусовке, но время идет, и собраться вместе, как в былые времена, почти нет возможности. Кто-то смирился с новой тихой жизнью, а кто-то не готов оставлять шумные вечеринки позади. Чтобы собрать старую компашку снова, Рен идет на небольшую ложь, которая выходит из-под контроля. Теперь девушкам придется очень постараться, чтобы остаться близкими подругами. Это приключение либо окончательно разрушит их узы, либо укрепит их. От меня сочувствия ты не дождешься. Что я наделала? Зачем ты так с ними? Они же твои лучшие подруги. Восьмое место. Искусство по понятиям. Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи становится восходящей звездой авангардной живописи. Так вдохновенное преступление превращается в настоящее искусство. Расскажи мне о пакетике. Это всего лишь прикрытие. Значит, никакого шума. Неужели надо объяснять, что это плохо? Это убийство? Извините, доступных работ пакетчика нет. Чрезвычайно длинный лист ожидания. Его работы на разхват. Седьмое место. Папа не звезди. Обычный доставщик еды случайно попадает на борт Международной космической станции. Он быстро становится мировой звездой и героем для своей 8-летней дочери. Теперь ему предстоит не только научиться жить в космосе, но и найти ответ на главный вопрос. Как теперь вернуться с небес на Землю? Кто такой Али Шалаби? Бомба замедленного действия. Почему он в космосе? Он секретный агент. Это мой папа! Али, я верю в тебя. Что это вообще делает? Шестое место. Суперкопы. Миссия «Бабушка». Райан – обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны, а вот его бабушка – настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский деятель Риано, приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание. Их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике. Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но и, возможно, и повышение по службе. Осторожно, мама! Они убили моего Франциса! Блин, живучий старпёр. Подели, дели, дели. Цену по четвертям подели. Не откладывай, сразу купи. Подели, дели, дели. С «Подели» от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Пятое место. Париж. Все включено.
Тридан всю жизнь живет и работает на мексиканском курорте. В свои 50 лет он решает отправиться в Париж на поиски любви детства Виолетте. Там он останавливается у сводного брата Луи, о существовании которого никогда не подозревал. Тот же, желая избавиться от Тридана, просит свою подругу выдать себя за Виолетту. Вернемся к делу, месье. Почему вы ушли, не заплатив? Нет, это все из-за отеля. Там шведский стол, все включено. Сейчас, я заплачу. О-о-о, а откуда столько налички? Я всю жизнь копил. В отделении разберемся, откуда у вас эти деньги. Нет-нет, это песо из Мексики, не сомневаюсь. Четвертое место. Страсти по Матвею. Матвей – молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата – спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать? Кем ты себя возомнила? Есть долг, семья и традиции. Эти тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, знаю точно. Третье место. Иди ко мне, детка. Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову. Я оказала на тебя магическое воздействие. В моем воображении возник сюжет. Мой гений создал музыку. Ты не убиваешь и не съедаешь мужчин? Пока не убиваю. Второе место. Дурные деньги. Говорят, что миром правят деньги, а деньгами распоряжается Уолл-стрит. И если на самом верху решили, что необычная сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке. Но однажды обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тиктокеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и сломали Уолл-стрит, попутно заработав дурные деньги. Суть фондовой биржи была в том, чтобы разбогатеть при помощи ума и капельки удачи. Но все это в прошлом. Для простых людей надежды нет. Первое место. Уикенд с батей. Себастьян планирует провести уикенд со своей очаровательной невестой Элли и ее семьей в их роскошном фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Отличный план на длинные выходные. Но Элли настаивает, чтобы Себастьян также пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Культурный шок ждет всех. Но ведь родственников не выбирают. Артишоки и дичь. За нас. За нас. О, нет. Какие фильмы или сериалы 2023 года войдут в ваш личный топ? Поделитесь в комментариях, и, возможно, 5000 рублей отправятся вам. Не забудьте лайкнуть видео, подписаться и активировать уведомления. Ваша поддержка очень важна. Выбирайте для просмотра только лучшее. Остальное оставьте мне. До новых встреч!